потому что, как мне кажется, это один из единственных мест, где можно спрятаться сегодня в Киеве. А во всех остальных местах страшно. Вообще чувствую, наверное, усталость, чувствую тревогу. На самом деле довольно необычно все это. Все это как будто не настоящее. Я даже не знаю, как всерьез к этому относиться. А утром была паника, истерика, но слезы. Страшно за родных, за близких, за людей. И непонятно, что вообще делать, куда бежать и как себя вести.